качество первых рук. Очень круто. Новые знакомства. Спикеры крутые приезжают. Мы вообще заряжаемся позитивными эмоциями. Познакомилась с людьми, с которыми связывалась только по работе, в телефонном разговоре. Пожалуйста, не стесняйтесь. Мы реализовываем проект цифровизации. Это помогаем усовершенствовать гид. Очень интересная была лекция по самопрезентации, по построению своей речи. У нас, я думаю, что было именно дружеское общение. Это самое основное, когда ты общаешься с ребятами, и передаешься, обмениваешься энергией. Самое основное, что мы как друзья общались на одной волне. Лучшая презентация «Троянский клуб». Второй победитель – это команда «Кремниевая долина».